Сегодня утром в районе Октября произошло необычное ДТП. Один трамвай догнал другого. Судя по кадрам, на место выехали все службы. Сегодня в 9:22 произошло ДТП с участием двух трамваев. Отдел безопасности движения МУП управления трамвая проводит служебную проверку по данному факту. В Улан-Удэ продолжаются поиски утонувшего подростка. Привлечены все возможные службы. Госинспекция маломерных судов, спасатели, волонтеры и даже неравнодушные граждане. Обследуют реки Уда и Селенга. Внимание уделяется всем подозрительным предметам, которые впоследствии тщательно обследуются. Мероприятия на реках происходят от места утопления и уже ниже по Селенге в Кабанском районе. На сегодняшний день специалистами обследовано более 7 километров. Поиски продолжаются. На Байкале в объективы камер попалась медведица с тремя медвежатами. Многодетная мама обитает в Прибайкальском национальном парке. Ученые отмечают ее особенность. Она одна такая на отрезке 70 километров. Косолапы отличаются от других более светлым окрасом и количеством детенышей. Обычно у самок не более 2 медвежат.